Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, забираем с тобой 5000 монет. Тай-тарита, поздороваемся, естественно, ребят. Приветики. Окей, отправляем. И открываем сундуки. Так, крылья, ускоритель фляг. Магнит, ускоритель дым. Так, ерунда какая-то выпадает. Ничего такого я тут, ребят, не увидел. Полезного для меня абсолютно. Так, команда, гонка. Так, 11 сундуков. Всего, пока 11 сундуков всего, ребят. Так, ну что? В планах... Я не знаю, сможем ли мы сегодня взять 46 тысяч кубков, но хотелось бы. Весенний город. День прекрасный. Во. Вот такой вот у нас мажор. Ну давай, поехали. Не идеально, не шиша старт. Давай, 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 нифига там. Там просто, друзья мои, одна из ролей хочет меня обогнать. Че, у нас тут одна гонка всего лишь? Нет. А он еще с форсажем, друзья мои. Я офигеваю, там кто-то с форсажем едет. Кто с ускорителем для колес? Один Рэй только едет, блин. С чем он там едет? О, чувак, видишь, на форсаже газует. А что, блин, горючка кончилась на полпути, а? Нет, он притормозил для того, чтобы как раз эту горючку-то и взять. И здесь он ее тоже взял, да? Друзья, я просто сейчас не знаю. Ну ты видел, и даже молчал. Просто конкретно мы с ним боролись за первое место. Конкретно. Он на форсажике был. Вот он сейчас опять форсаж взял, ребят. Ну, не форсаж он взял, он взял горючее для того, чтобы тратить на форсаже его. Вот я тебе к чему говорю. То есть, ну ты сам понимаешь, да, если у тебя горючего нету, ты ничего не сможешь сделать. Как только ты взял горючку, все, ты король. Но, тем не менее, он все равно не может меня обогнать. Чего бы он там ни делал, я уже 3 первых места получил. Без форсажа, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, тут-то, конечно, да. Видишь, он специально притормаживает для того, чтобы подобрать горючее. У меня, к сожалению, этого ничего нету. Вот здесь вот он, конечно, зря. Он пропустил. Пропустил горючее, но ему хватило здесь, ребята, выпендриться. Все равно я на первом месте. Так, едем дальше. 18 деталей у нас впереди. Попробуем до них доехать сегодня. Вот этот спорткар тоже, кстати, ребята. Я думал раньше, что спорткар вот этот вот в шахтах будет плохо себя, ну, проявлять. Но на самом деле нифига, он проявляет себя очень даже неплохо. Что-то как-то короткая. А где все? Вон они. А где эта спорткарка, который там ехал сзади? Чего? Куда он там пропонился-то? Разбился, что ли? О! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну неужели, ё-моё. Взял первое место. Я уж думал, все там, пиши пропало, но нет. Очень, блин, без идеального старта. Да нафига ты, Рэй, так подпрыгиваешь-то далеко, блин, высоко. Ну, оно тебе совсем здесь не нужно.
Я даже здесь, ребята, умудрился первое место взять. Топчик, вообще топчик. Так, давай открывать. Так, нам магнит выпал. На ролейку, вообще не знаю, зачем он нам нужен. Магнит. Так, кстати, у нас есть что на прокачку? Что-нибудь бесплатное? Есть. Прокачиваем. И все, да? Поехали, короче, дальше. Кубок претендентов. Я, наверное, друзья мои, буду, знаете, что прокачивать в следующий раз? Баги. Не знаю почему, мне кажется, что баги это вообще оптимальчик будет. И ККМ-ку я не... Лихача и ККМ-ку я не понимаю этих машин. ККМ-ка... Там фиг поймешь, взад-вперед, что-то там. Лихач тоже чуть-чуть это перегрелся, все, разлетелся в воздухе. Попробуем баги. Я вот смотрю, просто на баги как гоняют. Не хуже, чем на ролейке, поверь мне. Не хуже, а может быть даже и лучше. Поэтому я куплю, пожалуй, баги. И посмотрим, как оно будет в деле. Там, надеюсь, без всяких танцев с бубнами. Там едешь, как здесь, и все. Нормально. Вообще четенько, да? Просто прекрасно проехали. Так, ну 18 деталек уже нас поджидает. Магнитная цепь. Падающие контейнеры. Падающий контейнер на голову, да? Тихо. Я просто не хотел, ребят, наверх ехать. Там слишком муторно. Не врежься только в этот магнит. О! То, что он уже улетел. Спорткар где-то там позади у нас почему-то был. Идеальный старт. Тут, блин! Вот, ребята. Чуть было не замешкался и не разбился. Отлично, все пока хорошо. Все у нас пока хорошо, и первое место нам обеспечено. Ну и сзади там вертушка подъехала. О, тут еще и на байке даже есть чувак, смотри. Вот это что сейчас было? Вот это что было, ребят? Вот объясните мне. Как колеса у машины могут провалиться сквозь текстуру? Я вот этого не понимаю. Ну, в общем, третье место у меня здесь максимальное. Ну, по итогу, конечно же, первое, но... Так. Открываем. Угу. Давай следующее. И вот это тоже давай открывай мне. Найс. Я не могу понять, у нас премиум кончился, что ли, а, друзья? Так, ну что, кубок сумрачной долины. Блин, терпеть его не могу. Есть три трассы, которые не люблю, ребята. Кубок сумрачной долины, диверсии. И что еще-то там я терпеть не могу. А, ну и подводные тоже не очень я люблю, ребята, эти подводные гонки. Опять Эбби, этот Эбби меня тут... Уже который раз он выпадает мне в гонках, все равно я его сделал. Уже не первый раз я его вижу в гонках, где я участвую. Так же, как и Карру всякие там. Блин, ну фиг, придется наверх ехать. Как-то издевательство, что ли, не пойму.
Йо, ничего себе. Ничего себе, там трасочка была. Где-то по кусточкам, по деревьям там проскочил. Смотри, 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 что делает, а? Хочет все-таки, а? Хочет меня обогнать. Жук-то навозный. Но не дорос жучок еще до меня, не дорос. Эй, Эбби, шмеби. Ну? Блин, не взяли детали мы еще с тобой, не взяли. Так, ладно, детали деталями. Гонка гонками. Вопрос, какого... Кто-то там чуть не перевернулся. А, это я чуть не перевернулся. Я опять, ребята, видимо, отвлекся на разные машины. Вторым. Вопрос, а как это... Что у него там висит? Не пойму, монетный ускоритель, что ли? По-моему, у него там монетный ускоритель, ребята, был. Вот-вот он сейчас меня на монетках, ребята. Не, не обогнал, не успел. А мог бы. Давай, 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 Рейчик, идеальный старт. Все у нас хорошо должно получиться. Под воду. Не знаю я эти выпендрежи. Е! Папа может, папа рулит. Ну вот и детальки мы получаем. Что там у нас выпадает? Ускоритель дым. Ладно. Восхитительные диверсии. Вспомни. Тут и оно сразу же. Блин, ты диверсии эти. Почему ты не можешь залететь? Что это за такая... За трамплин, который ты не можешь просто преодолеть? Зачем так надо было делать? Ну раз ты заехал наверх, так едь тогда, блин. Йоу! Найс, найс. Тут я, ребята, ничего не могу сказать против. Тут все четенько, как в аптеке. Блин, баги, как ты так... Как ты так набираешь скорость себе? Моментально просто. А этот чудило-то как? Иди ты в пень. Обогнали его прям на этом. Прям на финише. Вот баги жука, а. Давай, 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 потише как-нибудь. Есть! Ах, как хорошо, когда занимаешь первые места, ребят, да? Ну что, поехали дальше. Горный кубок у нас впереди. Ребята, а сезон когда заканчивается у нас? Через месяц? Или как он тут вообще идет? И поверху поели, я как, поехали как этот понизу. И возможно я не зря поехал понизу. Не то что наверное, я вообще не зря поехал понизу, потому что я их всех сделал. Они там все сверху попадали.
потеряли скорость, а я в этот момент под шумочек по низинкам выехал. Вот и весь тебе раскладец. Да, та трасса, конечно, не самая такая удачная, но и не самая сложная. Есть. Там на тягаче кто-то выпендривается, все выпендривается на там тягаче своем. Тихо ты, что ты делаешь-то? Я вниз поехал. И не только я тут один в низинках. Ай-яй-яй, ну первое место все равно, ребят. Все равно первое место. Погнали дальше. Так, горные мосты. Горные мосты, блин-то. Ну да, походу дела, это именно то, о чем я думаю. Юху! Первое место. Найс. Погнали далее. Это где камни, да? Так точно, ребята, это где камни. И давай. Доехали. Круто. Ой-ой-ой. Давай вот так вот поедем. Вот это трешовочка была. Как тут еще на мотоцикле можно ездить? Я ума не приложу. Так, открываем. Ничего хорошего. Тоже ничего хорошего. И тоже ничего хорошего. Опять же у нас большой воздушный кубок впереди. Упал, блин, как мешок с картошкой. Потерял, естественно, в скорости, ребят. Ненавижу, когда одинаковые расцветки машин. Причем здесь все у нас, все ролейки. Ой-ой-ой-ой, старт-то, ребята, профукал я старт. Ну это что еще такое? Ты что так в первый раз, ребят, такое... Вижу, что полено, блин, какое-то мне помешало. Вот чего-чего бы я не подумал, что можем в полено впендрючиться. А оказывается, можно. Оказывается, можно. Не только впендрючиться, можно вообще. Слушай, Аркаша, отвали от меня, а? Ты плохо пахнешь. Первое место, да? По-моему, первое. Да, ребят. Ну что, там уже осталось совсем чуть-чуть. Так, это пещера ледяного огня. Тут одна гонка, ребята. Так что... Вон еще, я вижу, чувак на форсаже. Не надо. Что это сейчас было? Что за этот? Не-не-не-не-не-не-не. Не надо никакого влофуил. А ему-то здесь на форсажке. Ой, как, ребят, нехорошо. Потому что ему не газануть, бензин кончается. Так что
Соси песос, как говорится. Не ту он трассу взял с этим, со своим форсажем, потому что здесь и так горючка у тебя на исходе. Понимаешь, да, к чему я? Плюс еще, если ты будешь на ускоряшке гонять, это вообще не... Опять, смотри, одни ролики плюс спорткар. Ё-моё, вот это да, друзья, вот это я прокатился. Была всего одна лишь гонка. Разбился, одним словом. Удирал от этого спорткара вшивого и сам себе навредил, короче, одним словом. Иди кури бамбук. Правильно, там свои сальтушки лучше там выкренделевывай. Все, нормально. Блин, ну как же там-то получилось, а, ребята, так неудачно. Просто неудачно проехал. Впендрючился, одним словом. Ну и зачем вот это вот, блин. Можно было, в принципе, и поверху, но я думал, что сейчас там колеса застрянут. Ну его нафиг, лучше так проедем. Нормально тоже получилось. Упс. Упс. Да что ты творишь? Понятно, короче. Такой бред иногда просто вытворяю. Я в шоке сам от себя, ребят. Просто в шоке сам от себя. Да. Вернулся на прежнее место. О! Новый, ребята, костюм зомби у нас есть. Так. Пещерные, что там? А, пустынные пещеры. Тут, по-моему, я давно не был. Да, конечно же тут. Машина дымит, чадит, но первое место занимает. Тут еще и немцы против нас, оказывается. Слышишь такой звук? Это чувак на нитро там шпарит. А, он не на нитро, ребят, он еще и летает. Видишь? Летает. Плешивый. Давай посмотрим, как ты будешь в пещерах летать. Летун ты вшивый. Ну что, я не слышу, что вы их там пищалки-то что-то. Что, пищалочка сломалась? Или что, где ты там? Пискунок. Да ну! Блин, слишком много врезался там в потолок. Все равно первое место, да? Оу. Ничего себе, мы новую каску еще получили. Едем дальше, ребят. Не раз... Диверсии. Ну какие диверсии? Их терпеть не могу, это диверсии ваши. Тугодумские. Чувак, слишком идеальный, что ли, проходку делает? Я не могу понять. Он пытался, ребят, я видел. Но, по-моему, он слабоват. Для меня он слабоват. Своей проходкой с этой. Так, а теперь тоннели. Теперь, друзья мои, тоннели.
Что-то я по ХКР-ке один соскучился, ребят. Слушай, он что-то меня подзапаривает уже, а? Оу! Ты видел, как круто получилось? Я просто заехал на этот трамплин, и меня просто пулей выкинуло оттуда. А он почти, ребята, победил. Почти. Почти был на первом месте. Вот так тебе. Да хорош, ребят, успокойтесь. Неужели вы не видите, что папа за рулем, а? Папа за рулем. Когда папа за рулем, дети должны что? Сидеть сзади и молчать. Так, ладно, погнали. Зимний, что там, спуск? О, мотоцикл. Ох, наяривает. Фига там, чувак, даже просто ни капли застоя. Из-за монетного ускорителя своего, видимо, да? Ну, остальные все там с крыльями с каким-то. Он точно с монетным ускорителем был? Конечно, ребята, у него магнит и магнитный ускоритель стоит, поэтому у него так все и получается. Рэй, ты что делаешь? Твою дивизию. Да, какое у меня место-то получается? Второе вроде бы, да? Да, пускай будет второе. Он же назад не откинул, а остальное все ерунда. Ну что, зеленый кубок. А еще, кстати, не факт, ребята. Если бы мы с тобой в той бы гонке не перевернулись бы, возможно, было бы у нас и первое место. Фига себе. Ватрушка-то там наярит, смотри. На этом, на форсаже на своем, да? Конечно, на чем она еще может... Вот и все. Лишний раз доказывает, что посрать нам на твой форсаж с большой колокольни. Главное идеально приземлиться, и все будет окей. Не хотел я сюда заезжать, если честно. Надо же, маневр сделал. Все. Кури бамбук. Едем дальше. Обожаю. Давай, 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 родная. Ну что ты, ну что ты закривлялась, как... Будь умницей. Есть. Фух, мастерство не пропьешь, как говорится, да, ребят? Так, мы с тобой здесь завершили, получаем награду. Кто-то там просил... Так, дай-ка заменяю. Тоже заменяй. Выиграешь 6 гонок на ККМ-ке, ага. Я просто не могу на ККМ-ке. А он говорит, выиграй 6 гонок на ней. Зима на носу. Вот что я тебе могу сказать. Зима на носу. Что на носу? Бородавка? Но-но! Масленица. Это что за звуки? Это что за звуки опять такие? Это кто-то что-то делает, ребят. У кого-то то ли ускорение, то ли еще что-то такое.
Ну, давай, давай, родной, поджимай. В плане. Какой лофуил? Вы серьезно, блин? Трындец, друзья. Вот это трындец был. Горючка вшивая кончилась. Первый раз, кстати, кончилась горючка у меня, ребят. Первый раз за все время, что я играю. Вообще непонятно, с какого перепуга она закончилась. Ну и трасса. Смотри. Это ужас какой-то сейчас был. Просто ужас. Кто-то там, смотрю, перелетает. Что-то на крыльях, что ли? Че он? Как он так перелетает-то? Объясни мне, как он, блин, перелетает, а? Что-то я не могу понять. У него нету там ничего, ни этого. Как? Я там стримаю, он перелетает. Я знаю, что этот джип, когда он прыгает, он очень много теряет по скорости. Поэтому мы как бы с джипом-то здесь справимся. Вообще справились полностью, отлично. Опять вернулись на свое место. То отъедем, то подъедем. Так, ноги фермера получили. Опять первый снег. А снег идет, а снег кружится. Отлично. А снег идет, а снег кружится. Отличная трасса, ребята, отличная трасса. Как раз для папочки. Так, скользкий склон. Скользкий склон. Пока я ничего скользкого не вижу. Все очень даже круто. Есть. Вот и все. Погнали дальше, последний заезд. По прыгульке, что ли, врубил парень? Точно, ребята, он по прыгульке врубает. Но все равно последнее место тебе. Хе-хе. Не доехали, да, получается? Не доехали чуть-чуть. Нет, доехали. Все, ребят, получили, что хотели. Ну что, дорогие друзья, на этом на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!